такое кафе на набережной, такое, я даже не знаю, как называется, но неважно. Вот, девочки, посмотрите, какой вам красивый принесли напиток, шоколадный и с какими-то этими маршмало, да? Как маршмало по-русски? Кто-нибудь знает, девочки? По-русски не знаю. Вот эти штуки, вот, которые сверху. Маршмело, ну, короче. А, вот она, зефирка. Зефирки, молодец, Виолетта. Это значит зефирки. Вкусненько. И конфетки, зефирки. Вкусно. Вот, вкусненько. Получается по-японски. Сначала десерт сладкий. Осторожно, только не разлей, ладно? Вкусно, но не наедайте сильно сладкого, сейчас будете кушать. И тут, тоже там. Так, убираем, девочки, потому что принесли кушать. Мам, дай твой телефон, чтобы написать у тебя, я угадала. Сейчас тебе макароны. Тебе. Я не могу сейчас. Морковку. Алис, тебе принесли ценную тарелку огромную макарон, но нужно туда соус налить. Вот, теперь у тебя карбонара почти. Ну, я не знаю, что это, ну, какой-то соус. Белый соус, ладно. Это очень вкусно, давай кушай. Приятного аппетита. В субботу вечером танцы на набережной около моря. Красота. Ой, так красиво. Смотрите, она меняет цвет, девочки. Синяя и розовая становится. Красиво. Ну, понастроили здесь красоты, да? Ку-ку! С набережной мы уже вышли. Кошка! И увидели по дороге маленькую площадку. Где кошка? Ну, кошка пускай бегает, да. Маленькая площадка. Маленькая горка. Это большая площадка. Нет, это маленькая площадка, но можешь покататься здесь, пока мы идем. Почему? Я буду вести. Хочешь, я поеду? А я красиво, а смотри. Мы теперь идем в каньон. Перейдем в каньон, а это на Оре. Огоньки. На Оре. Это, наверное, не всегда. Я думаю, что это на Шаббат. Всегда в Шаббат есть такие красивые лампочки, прямо Рождество. Шаббат.
по-русски? Шаббат по-русски, суббота, но я думаю, по-русски все даже знают по-русски, что такое шаббат. Ну, прям точно Рождество. Красиво как. Тоже маленький. Мне тоже, да, Мерин? Нет, у тебя маленькие, а они чуть-чуть большие. Все с телефонами. Деловые. А ты Виолетта, нет? Виолетта только у нас. Виолетта устала. Нагулялись девочки. Замок. Замок, открывай замок. Покажи. Открыла. Все, уже открыла замок. Ну все, на поезде едем по домам. Уже 11 часов ночи. Совсем близко.